Дистанция разная, вы от нас какая дистанция? Счастливы, что можем именно жить в это время, когда нашему городу 400 лет. Может быть, кто-то доживет до 500 лет, я не знаю. Но кто знает, может быть, и доживет. Вот. Чудо всякое бывает, у Бога всего много. Но вот мы с вами являемся свидетелями сегодняшних событий, сегодняшнего праздника. Мне хотелось пожелать, чтобы наш город становился все краше и все лучше, чтобы было больше счастливых семей, а у этих семей было больше детей, потому что в этом есть наше с вами будущее, нашего города и нашей страны. Но мы сейчас с вами совершим, как нас попросили, да, вот администрация города Урюпинска начать именно сегодняшнее празднество Дня города с молебна. Мы сейчас помолимся чудотворным образом
иконы Божией Матери Урюпинской и попросим помощи, покровительства, потому что все это время, около 200 лет, да, благослови, Владыко! Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, Отечеству жизни, Боже наш, во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господи, услышим святого Евангелия. Мир всем! От Луки святого Евангелия чтение. Онмем. В одни оны восставши Мариам, иди в горнее сочание во град Иудов, и вниди в дом Захарины целовай Елисавет, и бысть яко услышали совет целование Марино, зыграйся младенец во чреве я, и исполнися Духа Святый Елисавет, и возопи гласом велим рече, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего,
и откуда мне сие, да прииди мати Господа моего ко мне, всебо якобы из глаз целование твоего во ушею моею, взыграйся, младенец, радышами во чреве моем, и блаженно веровавши, яко будет совершение, глаголанным ей от Господа, и рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадовайся, дух моя Бози, спаси моем, яко презре на смирение рабы своя, себо отныне ублажат мя все роди, яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его. Прибыть же, Мариам, с ней, яко 3 месяца, и возвратися в дом свой. Слава тебе, Господи, слава! Пресвятая Богородице, спаси нас! Богородице, спаси нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пресвятая Богородице, спаси нас! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Святая Богородице, спаси нас! Святая Богородице, спаси нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Богу! Еще молимся великом Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Елисееве, и о всей его кресте братья наши. Еще молимся о граде нашем Урюпинске, ныне именитом, и жителях его. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, еже ко славе Божией, благополучно, беспрепятственно и скоро воссоздатися на месте сем храму Вознесения Господня. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за все братья и за все христианы. Наших и помилуйны. Милостив Бог, и человека любит Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Дева Мария, с умилением сердец помолимся. Господа нашего, припады мы поклоняемся Тебе пред святою чудотворной иконой Твоею, воспоминающей дивное явление Твое в ограде нашем Урюпинске. Смиренно молим Тебя, благая заступница рода нашего, сохрани под кровом милости Твоя церковь Твою святую, град наш, и здесь живущих в ней, и всю страну нашу православную, и всех притекающих к Тебе с верой, любовью, умиленно просящих со слезами Твоего заступления, подашь недугающим целебу и здравия, избавь нас от всяких скорби и печали, ограни нас от всяких напасти, злых клевет, веру православную до конца дней наших непорочно сохрани, во всех заповедях Господних настави, исподоби нас мирные христианские кончины, и доброго ответа на страшном суде Сына Твоего и Бога нашего. И Боже, умоли за нас материнскими молитвами Твоими, милости Своей, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, с обезначальными Его Отцем и Пресвятым Духом всегда ныне и присно, и во веки веков. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых благоверных великих князей Петра и Февронии, их же памятны не совершаем, и всех святых,
помилуй ты, спасет нас, яко благ и человека любит. Здесь на начало открытия празднования города, 400-летия его, желаю вам счастья, вам и вашим близким, не вы, но хотя бы ваши близкие, дети, внуки, пусть доживут до 500 лет, до 600 лет, до 700 лет. Итак, сколько бы у вас? А вам всем милости Божией, Божие благословения. Господь с вами, вот сейчас можно будет подходить к образу иконы Божией Матери, к ней прикладываться, благословляться и просить помощи и заступления в нашей жизни. Спасибо.